Комитет по туризму Московской области опубликовал перечень лучших смотровых площадок региона. В него вошло 5 наиболее популярных мест. В топ-5 попала уникальная смотровая площадка у стен Савино-Старожевского монастыря. Обитель расположена на горе Старожки у места слияния реки Старожки с Москвой-рекой, высоко на берегу. С площадки открывается захватывающий вид на окрестности. Она пользуется огромным успехом у туристов и паломников.